Здрасте. Доброго вечера, сэр. Что вам угодно, сэр? Поговорить. Меня зовут Скотт Шелби, я частный детектив. Я расследую дело мастера оригами. У меня есть пара вопросов. Мой сын уже мертв, мистер Шелби. Мне нечего добавить. Вы можете спасти жизни других людей. Я не сумел спасти жизнь собственного сына. Я не вижу, как бы я мог спасти других людей. Убийца похитил еще одну жертву. Такого же мальчика. Как ваш сын Реза. У нас 4 дня, прежде чем еще одно тело найдут на пустыре. Никто не беспокоился о моем сыне. Я прошу вас, уходите, сэр. О, а у вас есть винтолин? Заодно уж. Хоть, по крайней мере, с пустыми руками не уйду. Идите до конца и направо. Спасибо. Добрый вечер, сэр. Я могу вам чем-нибудь и помочь? Гони сюда выручку. И не смей рыпаться. Открывай кассу, ублюдок. Бабло на прилавок. Черт, ты че, оглох? А ну открывай гребаную кассу, живо! Нет, сэр. Вы не вправе лишать мне этих денег, заработанных честным трудом. Я не отдам их. Ты что сказал? Ты вообще охренел, козел? Ты не догоняешь! Сейчас получишь чертово поле промеж глаз, если будешь борзеть! Ну! Я не позволю себя ограбить, сэр. Эти деньги мои. Вам лучше уйти, пока не поздно. Черт! Сраный урод! Не оборачивайся! Убью же, мать твою! Не оборачивайся! Дональд, ты не оставил выбора. 1000 благодарностей. Не знаю, что случилось бы, не будь вас здесь. Хоть не зря время потратил. До свидания. Когда мой сын Реза пропал, мне пришло письмо с багажной квитанцией. В ячейке лежала коробка. Я не понял, что это значит. Но думаю, что это было послание от того, кто лишил меня сына. Можно? Прошу, возьмите коробку, раз это может вам как-то помочь. Я не сумел спасти Резу. Но, может, вы сможете спасти другого мальчика. Мистер Шелби, я было поверил, что в этом мире ни от кого нельзя ждать. Теперь вижу, что ошибался.